Так, на юге Кузбасса будет облачно, местами пройдет снег. В Прокопьевске ночью минус 5, минус 6, днем минус 4, минус 5. В Осинниках ночью минус 7, минус 8, днем 5-6 градусов ниже 0. В Мысках ночью минус 5, минус 6, днем минус 4, минус 5. В Междуреченске ночью минус 5, минус 6, днем 4-5 градусов ниже 0. В Шерегеше ночью минус 4, минус 6, днем минус 3, минус 4. В Новокузнецке 14 ноября ожидается облачная погода, снег. Температура ночью минус 8, минус 9, днем минус 6, минус 7. Ветер юго-западный, умеренный. Геомагнитное поле Земли неспокойное.